excellence. You are very welcome. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, я хотел бы сердечно поблагодарить вас и в вашем лице албанский народ, Албанию, за тот теплый прием, который мне оказан. Это первый визит в истории патриарха всея Руси в Албанию. First visit I part in the history of patriarch of Moscow in the Rus' in Cyprus. Я бывал здесь в 2003 году и могу сравнить то, что было в то время, и то, что сейчас. И я хотел бы подчеркнуть, что за это время Албания сделала очень большой шаг в своем развитии. Но особенно на меня произвело впечатление большие изменения в религиозной жизни. Величественный собор Воскресения Христова, в котором мы совершили божественные ритуалы. Конфиален это пер катедрале Мадештор Индиалия и Кристит, ку кеми крюер литургина пер башен. Это в каком-то смысле символ не только религиозного воскресения, это вообще символ воскресения Албании.